В Орле история шашек началась в 1994 году с открытием специальной школы. За эти годы в нашем регионе выросло немало опытных и титулованных спортсменов. И побороться с ними в областную столицу приезжают игроки из разных уголков нашей страны. Например, Мария Звада из Астраханской области в нашем городе третий раз. Говорит, орловчане создают серьезную конкуренцию. Сама девушка занимается шашками 13 лет. Только за этот год эти соревнования у нее 9-е. И чемпионат – возможность показать умения, накопленные за это время. Шашки – это прежде всего тоже спорт. Это абсолютно такой же спорт, как и многие. Единственное, здесь не физические нагрузки, а умственные. Но вот этот вот дух соперничества, когда ты настраиваешься на игру, стараешься выложиться на максимум. И действительно, шашки – это спортивная битва мыслей, которая развивает память, помогает сосредоточиться и рассуждать логически. И не только. Шашки – это не просто игра, это профессиональный спорт, и весь мир признал его таковым в 2003 году. И если вы еще сомневаетесь в этом утверждении, то спешим заверить – в шашках очень важна физподготовка. Чтобы выдерживать 4-часовые партии, не терять внимания и концентрации, участники постоянно тренируются. Это помогает избежать во время игры боли в ногах, спине, да и во всем теле в принципе. Известные истории, что там, да, раньше переносили партию, там можно было ночь там что-то анализировать, утром доигрывали. Такая практика была, сейчас, конечно, от этого уходят. Шашки оказались подвластны Ивану Смуркову, который почти ничего не видит. Этот парень уже стал 4-кратным чемпионом страны по стоклеточным шашкам. Иван в свои 22 года – мастер спорта России с выполненной нормой гроссмейстера. Юноша обычно играет на специальной доске с тактильными шашками, но может побороться и на обычной. Есть отдельные соревнования среди слабовидящих, там уже хорошие достижения. Среди здоровых пока еще, ну, тоже имеются, но не сказать, что такие высокие, поэтому хотелось бы уравнять, скажем так, добиться чего-то такого грандиозного среди здоровых. Всероссийский чемпионат – один из последних в этом году. Следующие важные поединки для спортсменов состоятся в феврале-марте 2024-го. Следить за развитием спорта в нашем регионе будут Стефания Басарева, Дмитрий Деркачев и телеканал «Первый областной».